Привязываться к человеку – это не есть хорошо. Бегать за ним, делать, что пожелает. Привычка быть зависимым от кого-то погубит вас безо всякого сострадания. Вот скажите мне, люди добрые, задумываетесь ли вы о том, что когда наступят дни такие, когда вот вы пожалеете потом, что привязанность — это не муть какая-то. Это чувство, как сильный наркотик, от которого будто бы нет края. Втянешься — и все. Все! Нет пути назад. А потом начинается самое интересное. Человека, которого вы ставили на пьедестал, берет и уходит в неизведанное, оставив проткнувшим в сердце острый кинжал. И тогда уж вы начнете понимать, когда почувствуете сильную боль, что уже не повернуть время вспять. И не стереть из памяти такую роль.